развитие местной экономики с помощью ICO. Власти японской деревни Нисиавакура, расположенной в префектуре Окаяма, планируют запустить муниципальное ICO для оживления местной экономики. Идею поддержала и несколько некоммерческих инновационных проектов. Мы активно работаем над разработкой методов по развитию и оживлению региона. Мы начали исследования по проведению муниципального ICO совместно с частными компаниями, чтобы привлечь инвестиции в местный бюджет, использовать ICO в качестве источника финансирования для деревни, сообщается в заявлении властей Нисиавакура.